О своих вредных привычках россияне будут сообщать ежегодно. Со следующего года мониторинг здоровья населения власти будут проводить не раз в 5 лет, как сейчас, а раз в год. Постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом пишет российская газета. Регулярное выборочное наблюдение позволит отслеживать, как граждане оценивают состояние своего здоровья, какой процент населения ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Также сведения позволят отслеживать ситуацию с наркотиками и обеспечит статистику для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. Опросы будут проводить привлеченные агентства или институты, а Росстат – обрабатывать полученные данные. По мнению экспертов, подобные исследования помогают выявить начало каких-либо позитивных или негативных тенденций.